Люди что-то делают. Не знаю, я что должен делать, сказать. Друзья, всем привет. Канал 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Сегодня мы вам показываем мастер-класс от Хинди Габдульнуровны. Татарская национальная еда. Эчпочмак. Что переводится на русский язык. Треугольник. Три угла. Делаются колобки, тесто разделено на колобки. Давайте мы поговорим про состав теста. Вот сейчас его раскатывают. Здесь мука, молоко, соль. Дрожжи. Вот подсказывает, что там есть еще и дрожжи. Вот. Вот. Тесто замешано. В холодильник клали, нет его? Нет, в холодильник в этот раз не клали. Вот. Тесто замечательное. Вот его на кружочке раскатывают. Друзья, вот начинка подготовлена. Начинка для эчпочмака. Для тех, кто не понимает слово эчпочмак, для наших, скажем так, толерантных соседей. Здесь у нас картошка кубиками резанная. Фарш. Добавили лук. Добавили там, значит, специи. Перчик добавили, вот, соль добавили, да? Ну, все это размешали, и теперь все будет это, значит, класть порционно на эти кружочки. Ой, а посмотрите, как они замечательно щипанием делают косички. Абау, абау. Слово абау с татарского тоже не переводится. Это восклицание. Его можно и хорошим восклицать, и не совсем хорошим. Да, друзья, посмотрите, какая красота. Ну, я думаю, это должно быть очень вкусно. Здесь шмат масла кладут. Прям такой шматок. Угу. Во. Это все пойдет в печку, в духовку. В духовке это все подрумянится. Раньше по центру вот, треугольника оставляли отверстие и затыкали ее тестом. Туда подливали бульоны. Сейчас не надо, мы положили масло. Масла много положили. Это моя внучка сидит. Хочет, чтобы с ней играли. Вот. Четыре руки здесь стараются. Значит, те руки, которые постарше, это моя жена, те, которые помладше, вторая дочка.